Партнер проекта – магазин женской одежды «Девчата». Модные, стильные вещи и аксессуары на все случаи жизни. Для работы, отдыха и особых случаев. Я не работаю, но, не знаю, в кино, как обычно, погулять. У меня мало времени, поэтому особо-то никуда не хожу. После работы я успеваю ходить в бассейн и кататься на велосипеде. А еще у меня есть вышивка. Ну, это рукоделие, свойственно женщинам. Успокаивает, а потом видишь результат своей работы, стежок за стежком. Тренировки. Это здоровье, во-первых. Во-вторых, это общение. В-третьих, это какая-то разгрузка после работы хорошая. Эмоциональная. Ну, как-то так, да. У меня вся работа – это увлечение и развлечение. Я получаю массу положительных эмоций на работе. Мне не нужны посты. Надо ехать домой к детям. Дети – это семья, это тоже положительная эмоция. Фитнес-зал. Нравится этим заниматься. Немножко настроение поднимается, самочувствие улучшается. Ну и форма немножко держится. Погулять по набережной, парк Горького. Просто со сквером погулять. Я успеваю. Ну, бывает, конечно, когда мне ничего не хочется, но это бывает очень редко. Нет, я подвижная, мне нравится. Ну, в основном домой. А если вдруг удается куда-то вырваться, что это чаще всего бывает? Ну, эспланада, набережная. Здесь весело. А чем весело? Чем весело? Людей много, радости много, всякие арт-объекты. Почему бы нет? После работы я хожу в театр оперы, прогуливаюсь по Комсомольской площади, на набережную. И, в общем-то, здесь много очень мест хороших и достаточно уютных. Мне нравится набережная Кама, пляжи. Ну, там есть и, как говорится, место отдыха, релакс, и природа красивая. Конечно,